ушел детский сад. Вот. А мы с вами сейчас откроем эту коробочку красоты. Кстати, у Look Fantastic был день рождения, и эту коробочку он приготовил специально к своему дню рождения. И мне не терпится открыть и вам показать, что же такого интересного он приготовил для нас в свой собственный день рождения.